клип про этих влюбленных всяких белочек. Боже мой. Там были даже декорации, которые горели. И там у нас была застрелившаяся белочка висок. В финале. Но белочки это все мы, которые застрелились висок. Мне кажется, что эта песня подходит на этот фильм больше. Начало новой режиссерской версии. Но тем не менее, если вернуться к антитезе. Или вы имеете какой-то супротив мнения? Это тоже интересно, быстро. Нет, мне так кажется, что великий Макартат далеко еще не наступил. Но, может быть, в наших влажных фантазиях, и тем более. Вчера тоже разговор про это дело. А в этом фильме это нас сейчас существует для того, чтобы спрятаться от смерти. То есть, получается, в этом фильме... Ты сбегаешь от смерти. И ты имеешь шанс прожить другую жизнь по-другому. Ну, кстати, я в это и верю. Поэтому я никогда... У меня нет такой боязни, потому что что такое смерть? Наконец ты пускаешься в новое путешествие. Я в этом глубоко верю. Ну, а если во что-то веришь, оно так и будет. Умерев, наконец, я заживу заново. Я пытаюсь жить как хороший человек. И я надеюсь, что там, заживя заново, любовь, может быть, будет тоже другой, заново. И, боже мой, и твоей там любовью никогда не будут тебя предавать, например. То есть вы видите, что... Я думаю, что все равно ты здесь живя можешь заслужить следующую жизнь какую-то. В конце концов, без войны. Когда, как там и там рассказывается одна и та же история, я не знаю, надеюсь, это не будет спойлером, я знаю, что у вас есть совместные проекты с Алвесом Херманисом, да, который хочет поставить в театре «Страну глухих», которая уже была снята до того, как... Кстати, да, вы представляете, вот он именно будет ставить спектакль, основываясь на повести. И я считаю, что Алвес выдающийся большой режиссер. И я очень жду его премьеры и как он это будет трактовать. Я знаю, я не буду спойлерить, но я знаю, что это будет что-то... Потому что у меня были большие претензии «Стране глухих», когда переписали сценарий, переписали диалоги, поменяли весь смысл повести, которую мне называлось «Обладать, принадлежать». Я, кстати, не понимаю, зачем назвали «Страна глухих» и почему убрали «Обладать, принадлежать». Ну, в общем, я приеду на премьеру и уверена, что это будет что-то очень интересное. Thank you.
Ла-ла-ла.